Аллаху акбар, Аллаху приехали мы из Ревды сегодня. У нас встреча 35 лет со дня образования десантно-штурмовой маневренной группы Краснознаменного Восточно-Пограничного округа. Собрались мы на Уральской земле со всех регионов России, будем говорить, со всего бывшего Советского Союза. Значит, встреча-то уже не первая. Мы 30-летие отмечали в Туле. Вот. Базируемся мы в Ревде, на базе УГМК «Лесная жемчужина». Отмечаем, приехали, значит, наши командиры приехали, друзья боевые. Сегодня мы, значит, решили показать Уральский регион, в частности, наше святое место. Затем будет поездка «Храм на Крови». Ну, как пограничники мы обязательно остановимся на Европе, Азии. Далее у нас программа такая, возвращаемся на базу, значит, будет концертная программа, награждение, поздравления, ну и просто разговоров нам сегодня не переговорить, вчера это были и воспоминания, и прочее. То есть вот так вот. Завтра, значит, само собой наш праздник, 28 мая, будет митинг в городе Ревда, значит, уже как бы... Ну, знает город, знает администрацию, все это подготовили. Ну и завтрашнего дня, после обеда, уже 29-го, будет потихоньку отъезд. Спасибо большое, спасибо. Где Вовка? Вовка! А что я фотографирую? Я уже успел. Я возглавляю правление Свердловской областной организации Героя Советского Союза Юрия Исламова, Российского Союза ветеранов Афганистана. И хочу от имени правления, вчера как раз проводил правление, поприветствовать всех вас, кто приехал в гости на нашей гостеприимной уральской земле. Очень приятно, что вы приехали к нашему мемориалу. Мы к 25-летию вывода советских войск Афганистана провели реконструкцию. Фамилии тех пацанов, которые погибли после Афганистана, мы также сделали в одном комплексе, чтобы война для всех, неважно, Афганистан, Северный Кавказ, Дагестан. Сейчас мы будем две фамилии еще по Сирии дописывать, парней, кто погибли, нашего уральца с Екатеринбурга, со Свердловской области, кто погиб, выполняя задачи в Сирии, мы все прекрасно знаем. Хочется накануне хорошего праздника, дня погранвойск. Мы все уверены, хотя я сам служил в спецназе ГРУ, но мы одна страна, мы наши вооруженные силы, что Российской Федерации, что Советского Союза, мы
А следующий год будет серьезная дата. Дата 100 лет погранвойскам. Вот мы сейчас с коллегами обсуждали. Николай Иванович возглавляет 30, да, поступили в службу погранвойска. Росрезерв возглавляет Вячеслав Иванович. Покоренных однажды небесных вершин, по ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамм. Афган, этот призрачный мир, не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матери. Спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили. Врага какого не добили, каких оставили друзей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Столько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, как уживутся среди людей. Биографии наши полдюжины строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас в кабинетной грамоте. Прощайте, горы, вам вини, какую цену здесь платили. Врага какого не добили, каких оставили друзей. Мы уходим с Востока. Мы уходим с Востока. Уходим.